Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные. Как Борис Михайлович уже правильно сказал, большую часть обстоятельств, которые вынудили нас обратиться к вам, собрать сегодняшнее чрезвычайное заседание, оно вызвано действительно неотложной необходимостью, тем, что у нас совпали одновременно два кадровых обстоятельства. Это болезнь главы города и отсутствие лица, которое в данный период назначено на должность первого заместителя главы города. Статья 28 Устава города предусматривает, что при данных обстоятельствах должностное лицо, на которое временно возлагается исполнение полномочий главы, определяется решением городского совета депутатов. Как, думаю, все присутствующие понимают, администрация, как исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, ежедневно оформляет большое количество правовых актов, пишет отчеты, письма гражданам и организациям, которые имеют сроки исполнения, заключает соглашения и контракты, необходимые для надлежащего освоения бюджетных средств. Для оформления всех данных принятых управленческих решений необходимо должностное лицо, которое будет наделено в установленном порядке полномочиями. В связи с этим глава города обратился в городской совет с просьбой возложить временное исполнение полномочий главы на период его болезни на его заместителя по социальным вопросам Романенко Екатерину Олеговну. У меня все. Пожалуйста, вопросы. Все понятно, да? Есть вопросы? В целом, по проведению сессии, я потом просто выскажусь после голосования. В целом, вопросы. То есть вопросов нет? Предложений? Согласиться? Давайте проголосуем о возложении полномочий главы города на Романенко Екатерину Олеговну. Кто за? Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Огласите. За единогласно. Екатерина Олеговна, приступайте.